стихотворение, которое я давно не читал, но я в Москве, и мне все можно. Был такой момент в жизни на рейсе, ну, наверное, он достает в 80% случаев у каждого творческого человека, у которого родители занимаются чем-нибудь серьезным по жизни. Ну, они так считают, или говорят тебе. Так вот, они все говорят бросить это, что, мол, из этого хорошего ничего не выйдет, нужно заиметь семью, растить детей, зарабатывать деньги. Знаете, что такое деньги? Я не... Ну, у каждого просто эквивалент свой. Я не уверен, что я вообще могу применить его к своей жизни. Ну да, там в каких-то потребностях человека может быть, но для меня это совершенно не главное. Так вот. Говорят, повзрослеешь, вырастешь. Говорят, это все пройдет. Зачерствелое сердце выплюнешь, словно каменный углерод. Говорят, что дано не каждому, но не каждому и нести. У меня там внутри столько важного, столько нежного заперти. Я хочу поделиться искрами. Я хочу стать добрее впредь, чтоб на прошлое, глядя издали, мне ни капельки не жалеть. Не судите меня по рубашке. Может, я и не лучше вас, но, пожалуйста, промолчите. Мне нужна тишина сейчас.